Что национальная сборная стала более сильной, и это все как итог имело победу на первенстве мира 82 года. Ну, кстати, вот после этого, собственно, снова разрешили привлекать футболистов из-за рубежа в Италии. Пас Морелло. Дана Морелло. Обратная передача, и здесь вдвоем не разобрались, но пенальти назначает арбитр. И вот против кого было, но было нарушение. Ну, Серена вроде бы устоял на ногах, а вот туда еще врывался Диджа, седьмой номер. Вот он сейчас за спиной как раз у Серены, и вот его, похоже, в спину толкали. Делал это Олег Лужный. Ну тут не будем уже спорить насчет судейского решения. Почти 20 лет прошло с тех пор. Так или иначе, Интер открывает счет с пенальти. Куки это делает, пробил в левый от Чанова угол. Наш голкипер туда как раз и прыгнул, но слишком уж хорош был удар. Он был достаточно силен и очень точен. Слишком точен для того, чтобы были какие-то шансы у советского голкипера.